Давайте начнем. Все из вас любят праздники и сладости? Да. Вот. Мы всегда любим наслаждаться этой сладостью, да? Ждать этот праздник, да? И я хочу сказать, что это не вечно, но это наслаждение надо ценить. И надо ценить его по-своему. Так теперь перейдем к физике. Стивен Хокинг когда-то сказал, что в последние 10 лет наше представление о Вселенной изменилось так, что мы забыли то представление, то, что Вселенная все время меняется, но она бесконечна и никогда не закончится. Но это представление сменилось тем, что просто оно не меняется, и оно появилось когда-то в прошлом, и, возможно, закончится когда-то в будущем, но это, конечно, не точно. Как и время, да. Потом, еще Стивен Хокинг. Стивен Хокинг в своих работах о черных дырах показал то, что... Показал то, что черные дыры, они формируются из-за столкновения двух материй. Потом формируется черная дыра. В этой черной дыре, эта черная дыра со временем разливается, и потом опять формируются две материи, которые опять сталкиваются, и этот процесс все время повторяется. Тем самым я хочу сказать то, что, опять же, все имеет начало и конец. Ну, можно отойти от физики, потому что, наверное, вы уже ничего не поняли. Я в начале выступления хотел вам дать... Кому-то из вас хотел дать шоколадку, но она растаяла. Давайте представим. У вас есть шоколадка, да? Вы откусили один раз. Вы чувствуете это наслаждение. Это сладкий вкус. Вы не хотите, чтобы он заканчивался. Но потом вы делаете еще 3 укуса, и она кончается. И это очень печально, да. Это очень печально, но теперь опять Стивен Хокинг, конечно. Он родился по странному совпадению точно через 300 лет после смерти Галилео, конечно. Но это уж что-то значит. И он придерживается тому утверждению, что все имеет конец. То есть начало. Начало и конец. И вот этот промежуток между ними я называю временем. Но это время когда-то кончается все-таки. И значит то, что у времени была какая-то исходная точка, которая послужила самим его возникновением, этой самой Вселенной, да. Затем началась прямая, и эта прямая когда-нибудь закончится. И это будет ее финал. Он может начать все, что угодно. Из-за этого я хочу сказать, то, что вы должны ценить время и знать, то, что его скорость слишком велика, чтобы безнервничать и жалеть.